Всем привет! В детстве мечтал о хорошей клюшке, но в застойные времена с клюшками была большая проблема. Сейчас клюшек очень много, вот купил клюшку, решил испытать ее на прочность. Клюшка цела, а вот шайба, смотрите, разбилась. Причем не знаю, то ли удар был сильный, то ли попал как-то в ребро, но факт остается фактом. Не покупайте китайские шайбы. Всем хорошей игры!